Другого уже не будет. Завершена работа по информационно-художественному оформлению Пензы к ее 360-летию. Разработанная еще зимой праздничная символика украсила улицы и скверы. Ее утвердили после проведения народного голосования в интернете. И теперь ласточку и три цифры можно увидеть в разных уголках областного центра. Порядка 30 баннеров с логотипом празднования с юбилея. А вот такие тематические панно, как в сквере Дениса Давыдова, панно перетяжки на магистралях, там улица Центральная, сквер 40-летия Победы Варбекова. На баннерах и плакатах счастливые детские лица, яркий салют, популярные объекты и учреждения. Кроме того, украсили и некоторые остановки общественного транспорта, всего 20. Мы старались это в центре города, где большой там пешеходный трафик, это и Пенсгражданпроект остановка, и дом Мирхольда остановка. Кроме того, там на этих остановочных павильонах размещены афиши празднования, то есть с программой празднования 12 июня, чтобы жители могли ознакомиться с этой программой, сразу выбрать удобный для себя там маршрут. А вот на набережной никакой юбилейной символики нет. Впрочем, территория около Ростка и так станет одной из самых посещаемых во время праздника. Ожидается, что на один только 20-минутный салют сюда придут любоваться тысячи пензенцев и гостей города.